Черговий раз мешканці Оболоні блокують стройку на героїв Дніпра. Представники влади відсутні. Знову багато міліції, які закривають забор на даному будівництві. Ответов с этих структур для подачи документов в суд. Оказывается, этого не хватает следствия. Следствия нужны, чтобы четко были железные аргументы. Получается как? Суд выносит в уголовных делах заключение только по тем документам, где утверждены судебными экспертами, что судебный эксперт за свое решение несет уголовную ответственность. Если он что-то... Есть свой депутат, который может в Комзем в это послать запрос, смотрите, депутатский, получить Важный момент. Прокуратура в районе, когда в рамках уголовного дела следователь направляет запрос в это. И что нужно? Тут нужен не просто ответ. Что нам конкретно нужно? Сегодня была Татьяна Кирильчук завезена к клопотанию следующего содержания, чтобы... следователь в рамках уголовного дела Болонской прокуратуры подал запрос в Киев-Зем, чтобы они прислали сюда комиссию квалифицированных специалистов. То есть квалифицированные специалисты — это специалисты, которые имеют соответствующие лицензии. Понятно? То есть квалификация — это не просто диплом, это лицензия государства, выданная на ведение деятельности. Конкретно это замеры земельных участков. То есть они должны сюда пройти в рамках уголовного дела. Их настройку не пустить, не имеют права. Понятно? Они сюда приходят сертифицированные, сошники, приборами, линейками и все остальное сертифицированными. И этими замеряют здесь участок и сравнивают, что по факту захвачено стройкой, по факту, а что в принципе у них находится, то есть что по документам у них правильно. Депутат может запросить Комзем архитектуру, нарушен ли генплан? Я вам объясню, депутат запросить может. Для уголовного дела эти документы нужно их все равно визировать. Як бачимо, будівництво не припиняється, продовжується. Техніка працює. Полчаса.